Обман в интернете. Более 112 тысяч рублей Междуреченко отдала мошенникам. Неизвестный представился работником инвестиционной компании. Предложил женщине вложить деньги и буквально через 6 часов получить прибыль 20%. Но обещанных денег не поступило. Женщина поняла, ее обманули. Об этих и других происшествиях далее. Пользователи интернета часто могут видеть заманчивые инвестиционные предложения о вложении денег и получении от этого отличной прибыли. Но нельзя слепо верить всему, предупреждают полицейские. Междуреченец искал себе мотоцикл. На сайте «Дром» он увидел объявление о продаже мотоцикла «Ямаха» стоимостью 170 тысяч рублей. Связался по телефону с продавцом, который для убедительности продажи выслал ему ряд фотографий мотоцикла и даже фото своего паспорта. Транспортное средство продавец обещал отправить транспортной компании при условии полной оплаты товара. Междуреченец перевел на карту неизвестному лицу 170 тысяч рублей и стал ждать товар, но вскоре телефон был заблокирован. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Уже известно, номер телефона мошенника зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Аналогичным способом на уловки мошенников попала и Междуреченко, которая через интернет сделала заказ на покупку прибора для обработки инструментов для маникюра. Перечислив более 13 тысяч за товар, потерпевшая покупку так и не дождалась и была заблокирована. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет и не переводить деньги в качестве предоплаты на счета неизвестных лиц. Кроме того, полицейские настоятельно рекомендуют ни под каким предлогом не совершать операции с банковскими картами по указанию неизвестных лиц и не сообщать им конфиденциальную информацию. Всего за прошедшую неделю в дежурной части отмечено снижение сигналов до 48. Зарегистрировано 13 краж, 11 телесных повреждений, 2 грабежа. С признаками мошенничества 7 сигналов.